Аню, ти знаєш, про що подумала? От не хочу здіймати паніки, але ну, в світлі останніх подій все ж таки хочу запитати. От ти зібрала найнеобхідніший набір на випадок, не дай Боже, війни. Не хочеш здіймати паніки, то не здіймай її. Ну, не можу. Я дуже дивна, що, дуже здивована, що ти, а не я, про це думаєш. Що ну, я панікую, погане та? І про песимістичне. Але давай, зрештою, розкидаємо все по полочках. У разі воєнної небезпеки можна бігти, по-перше, в бомбосховище, по-друге, у метро, по-третє, у підземні переходи. Ага, слухай, ну куди бігти, це зрозуміло. Це на випадок бойових дій, так. А от з чим бігти? От найнеобхідніший оцей наборчик. От я не знаю, так. Що туди класти? Сірники, що ще? Про військовий дрес-код, все-все-все, розкаже наша завбачлива Катя Сенченко. Спеціально для тебе. Для мене, дякую. Что нужно иметь под боком в случае военной угрозы? Что взять из еды и медикаментов? Как выжить в лесу? Я все вам расскажу и покажу. А поможет мне мой внештатный спаситель Вова, он же консультант военного магазина. Смотрите, я тут чуть-чуть подготовилась, собрала сумку и купила вещи, которых, скорее всего, у вас нет. Еще бы! В военном магазине вряд ли купишь карту, водку, тушенку, сухие супы и лекарства. Мне посоветовали взять как можно больше, как это ни странно, шоколадных батончиков. Причем же с орехами, потому что они питательные, на них можно долго продержаться. Понадобится широкий скотч, нитки, иголка. Никуда и без фонарика. Документы и, само собой разумеется, деньги. Много, если есть. А сохранить их сухими помогут презервативы. Что нам в файлик? Вот как нужно правильно упаковывать документы, товарищи. Приходите в паспортный стол и вы вваливаете вот так. Да это вообще вещь универсальная. В презервативах можно и воду носить, и кровь с их помощью остановить. Но если уж ничего другого под руку не попадется. Будем все-таки частично возлагать на него надежду, как на жгут. Ну, все-таки как бы ремень в брюках всегда есть. Если нет, то опять же берем, товарищи, презервативы. Так, что еще? Чего мне здесь еще больше всего не хватает? Котелка, наверное. И понеслось. Военный котелок, качественный компас, маленькая горелка, ложки и вилки, перочинный нож и еще одно. Забудьте о спичках и зажигалках. Вам нужно вот это. Так называемая кресал. Что это? Это, можно сказать, кремень. Большой, который у вас всегда даст искру, будет мокрый, сухой и так далее. Я продемонстрирую? Да. Куда это все сложить? Вова! Ну, насчет сумки я бы вам посоветовал взять все-таки рюкзак. С рюкзаком удобнее бежать. Хорошо. Да и по карманам у него поболее будет. Вова! По-моему, этот рюкзак не очень подходит к моей одежде. Вова! Теперь хочу одеться. Давайте начнем с обуви. Давайте. Внимание! Обувь – это очень важно. На ней не экономьте. Нам нужны только крепкие и качественные модели. Мне вот это, например, очень нравится. Эта данная модель обойдется порядка 2000 гривен. Угу. Диапазон цен может быть от 100 долларов и ну, выше до победного концерна. Здесь уже зависит от функциональности ботинка и сколько вам на них не жалко. Дальше – штаны. Я выбираю камуфляжные. Маскировка так маскировка. За такие придется отдать гривен 400. Дальше переходим к курткам. Я хочу анорак. Особая функциональность этой модели в том, что она одевается через голову. Нету молнии вдоль тела, и как бы меньше всего продувается. Ну, в принципе, в такой я должна буду выжить. Думаю, да. Что-то еще нам нужно? Головной убор. Давайте. Шляпы, ушанки, бафы, кепки, глаза разбегаются. Тут кому что удобно. Я пошла. Даже как-то настроение поднялось. Я спасена. Вот только люди на улице могут как-то странно реагировать на такой внешний вид девушки. Вы, конечно, можете в итоге почувствовать себя неловко. Но мы-то теперь знаем с вами, как нужно правильно выглядеть. А хорошо смеется тот, кто смеется последним.